такие вопросы я видела, то там расскажите, что такое личность, что такое сущность. Рассказать об этом невозможно. Это не потому, что не хочется, не потому, что жалко, потому что должна быть динамика непосредственного взаимодействия с человеком, когда через ощущение можно человеку показать, подвести, и человек отвечает: ага, я чувствую это вот так. Ага, а вот это я чувствую вот так. Тогда это является скрытием, узнаванием. Это становится самим человеком. И никогда это забрать будет уже от него нельзя, потому что он это знает, как дышать. Если человек не знает это именно, как дышать, тогда это интеллектуальное додумывание. Это представление, это аналитика, это все что угодно. Но это не сущностное отвечание, не сущностная трансляция. Не есть знание самого себя, сути самого себя, не знание самим собой. Кому интересно, опять-таки, можете делать все, действовать сами, чувствуете, что резонирует, приходите, потому что именно через ощущение, через вот это водительство, взаимодействие непосредственно пошагово с человеком, и происходит узнавание, как звучит личность или персонаж, да, как звучит суть, и как звучит тот, кто видит и первое, и второе. И это очень важно.